Алекс Монг, Classic Games, представляет. Итак, всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Алексей и канал Алекс Монг, Classic Games. И я продолжаю свой живой летсплей, полное прохождение по игре для консоли шестого поколения от компании Sony, PlayStation 2. Игра Need for Speed Pro Street, PAL региона. Русская версия в озвучке Николая Фоменко. Проходим мы игру на беспроводном контроллере для PlayStation 2 от стороннего производителя Big Ben Interactive. Погнали! Ну что, в прошлой серии мы с вами остановились на том, что прошли Weekend React Team Sessions. Вот это основной посередине, который я еще был призвал автомобиль Pontiac GTO и Infiniti G35. И еще мы прошли вот этот Weekend Autopolis 2. Теперь, ребята, на очереди вот этот Weekend, в котором нам предстоит испытать свои силы в новом типе состязаний. Как видите, здесь три гриппа, дрифт и два скоростных заезда. Так, для гриппа берем нашу Evo 10. Для дрифта непревзойденный Nissan 350Z в кузове Z33, который мне очень понравился, как дрифтит. И для скоростных гонок вот переделанный в прошлой серии Chevrolet Cobalt SS. Посмотрим, как он себя покажет. Я пока не стал его сильно прокачивать. То есть, с какими деталями он выступал в дрэге, с такими и поедет на скоростные заезды. Ну и запасной автомобиль можно взять наш трофейный BMW M3 E92. Напоминаю, Райан Купер ведь является королем гриппа, поэтому он имеет эту машину. Имеет в наличии. Снимаю шляпу. Райан Купер произвел настоящий фурор на гонках Reactive Sessions и привлек к себе внимание серьезных ребят. У меня есть кое-какие основания полагать, что скоро он будет играть по-крупному в знаменитых гонках GFX. Итак, напоминаю еще раз, сейчас выступает... Ну что, готов? Готов он там? Ага, понял. Извините, пока он еще у нас не готов, так что подождем пару минут. Итак, дамы и господа, а у нас минута воспоминаний. Наверное, вы помните, что когда-то, давно, пару лет назад, Reactive Sessions начиналась с нелегальных забав по продаже стрит-рейсерского видео. Собственно, тогда мы и познакомились с этими ребятами, я озвучил пару их фильмов на DVD, ну а они получили доходы, собственно, на которые и организовали свои первые легальные гонки. Ну а остальное вы уже знаете сами. И я искренне надеюсь, леди джентльмены, что вы не раскучаете без меня в ближайшие 10 минут. Ну а мне, увы, надо ненадолго отлучиться с вами, Роджер Иванс, Reactive Sessions. И буквально через 5 минут мы продолжим, так что не расходитесь. Роджер Иван, у тебя явно устаревшая информация о Райане Купере. Он уже полностью прошел весь G-эффект и стал королем гриппа. Ну так вот, смотрите, долгожданные скоростные гонки, и они бывают двух видов. Где надо просто приехать первым, и где, как вот в прошлых играх серии Need for Speed, необходимо проезжать мимо контрольных точек с максимально возможной скоростью. В конце выигрывает тот, у кого суммарная скорость будет больше всех. И вот обратите внимание, что рекорд этого заезда принадлежит самому Нейту Денверу, королю скорости. А здесь рекорд принадлежит одному из его лучших гонщиков, его правой руке, Джей Пи Лорену, который выступает, если только представьте,
на Пагани Зонда F. Давайте посмотрим, что же такое скоростные гонки. Давай, Николай Фоменко, вещай. Я уж твой голос давно не слышал, соскучился. Умение сохранять контроль на высокой скорости. Чтобы победить, тебе придется выжимать из машины все 100%. Но не перестарайся, малейшая ошибка чревата крупной и дорогостоящей аварией. Управлять машиной на большой скорости нужно очень точными, буквально ювелирными движениями. Размах здесь не нужен. На такой скорости любая неровность чревата вылетом с трассы. Поэтому внимательно следи за дорогой. Ну да что я тебе рассказываю. Чтобы обойти соперника, сядь ему на хвост и набери скорость в воздушном мешке. При этом не нужно сразу давать полный газ. Побереги силы для рывка, чтобы выйти вперед и быстро оторваться. Понятно? Еще, знаете, характерной особенностью скоростных гонок является повышенная громкость музыкальных треков. И я считаю это круто. Против нас, смотрите, два Chevrolet Cobalt SS и Nissan 240SX. Ну что, ребята, первая победа за мной. Первая победа в новом виде испытаний. Все чисто. $2400 в банк. Немного об авариях. Угу. Да. Дамы и господа, вы заметили, в последнее время Райан Купер делает прямо-таки феноменальные успехи на чемпионате мили. Скажу вам по секрету, что им давно уже интересуются организаторы серии After Mix. И полагаю, если он будет гоняться в том же духе, то парня ждет крайне выгодное предложение. Угу. Минуточку. Так. На старте он или нет? Ну-ка. Ага. Итак, дорогие друзья, вот что я хочу вам сказать. До начала у нас несколько минут. Ну что ж, а пока у нас небольшая задержка, технический персонал как раз ликвидирует последствия утренней аварии. И, кстати, пользуясь случаем, я хотел бы выразить благодарность тем добровольцам, которые согласились работать с надо же мой рекорд. Сегодня Reactive Session. Ну, если кто-то еще этого не знает, то зовут меня Роджер Ивенс, и я комментирую сегодняшние гонки Reactive Session. Ну и мне надо выпить кофе, так что до встречи через 5 минут. Так, максимальная скорость теперь. Заметьте, он сказал, что мной давно уже интересуются организаторы Автомикс. А Автомикс, ребята, это уикенды, связанные с дрэгом, с дрэг-рейсингом.
В общем, уикенды королевы дрэга Карла Монро. Так, погнали на максимальную скорость. Еще, ребята, стоит отметить, что это первая серия, которую я записываю с новым контроллером Big Ben. То есть беспроводной контроллер для Sony PlayStation 2 от стороннего производителя. Так, против меня Mazda Speed 3, как у Neville из Carbon, Mazda RX-8 и Nissan 350Z в кузове Z33. Я пока самый слабенький по лошадиным силам. Стартуем по очереди, потому что это из разряда... Это максимальная скорость. Угу. 235 км в час. Потом буду молчать, мы песня хорошая. Вообще здесь надо придерживаться слипстриму, то есть воздушному мешку, и тогда вы будете быстрее и больше скорость набирать. Ну, то есть надо пристраиваться за соперником и набирать скорость. Слипстрим здесь есть в этой игре, и в этом режиме в частности. Нехорошо, видите, последний. Давайте переиграем. Ну, отрыв-то не очень большой. Нажимаем треугольничек и рестарт. Сейчас попробую сразу выжать закись азота, использовать вернее, чтобы быть максимально близко к сопернику и начать ловить слипстрим. Получать разреженный воздух, как говорится, лобовое стекло. Да-да, вы это знаете, леди и джентльмены. Кто же окажется сильнейшим? Я вижу, что все гонщики подготовились просто отлично. Да, леди и джентльмены, вот и сигнал к началу заезда. Мазда, блин, а. Да,
Обгоняй правильно. Мне слипстрим нужен. Так. Вот, теперь я доволен. Победа. Ну, ничего, легкие повреждения. За деньги $2400 в банк. И пусть сегодня в реакции Team Sessions не так много новых лиц, но те, что есть, вызывают уважение. Вот, например, Райан Купер. Он уже выбил со фаворита, но, похоже, благодаря своему бурному стритрейсерскому прошлому. И несмотря на это, Куперу еще предстоит многому научиться. Ведь наши гонки имеют совсем мало общего с ночными покатушками. И как я уже говорил пару минут, мы сейчас... Можно ремонтировать, больше не понадобится. Да, вот так лучше. Итак, значит, остановились. Ну и частенько меня спрашивают, сколько всего у уикенда при Active Sessions я пропустил. И ответ таков. Всего 3. Первый раз у меня была сверхурочная работа на Новый год. Кстати, я до сих пор жалею, что тогда не приехал на гонки. Ну а потом были состязания Аутополис и Аутобан, которые я пропустил, по семейным причинам. Ну и, к счастью, организаторы меня тогда поняли, не стали разрывать контракт, и в итоге я прокомментировал 69 из 72 состоявшихся уикендов. Молодец. Так, ну давайте подрифтим на Nissan 350Z. Так, против меня тоже Nissan 350Z, Mazda RX-8 и Toyota Corolla GTS Aevo CC6 Hatchback Roku. Ну что же, люди, джентльмены, пришло пора начать первый раунд. Гонщику, конечно, нужна ваша поддержка, дайте ему знать, что вы с ним. Так, внимание, всем приготовиться, а вот и старт. Так. Скорость, какой угол, Купер, просто молодчина, просто легенда. Это точно. Спасибо, Николай. Так это мы привыкали, как говорится, к новым заездам. Первый заезд нам всегда ознакомительный, а вот второй уже, ну, точнее, раунд. Давайте. Как боль... Какие же гонки без Райана Купера? И должен... Итак, мы начинаем! Вот оно! Итак, друзья мои, вот и начало заезда. В общем, теперь мы более подготовлены, я это хотел сказать. Слово, он здорово рисковал. Ну не без этого.
И последний раунд. Ой, выход. Ой, задом, нельзя задом. Не засчитывают. По-моему, столбики в воздухе висят. Ну, которые финиш символизируют. Так, ладно, это мелочь. Второй раунд был лучший. Так, все чисто. $2400 в банк. О, а вот эту машину не часто увидишь на улицах. Встречайте Кевина Майами с Грип Раннер на Форд Эскорт Косворт. Редкость этой замечательной машины заслужила Кевину дурную службу. Его кости узнают по всей Европе, так что стоит этой марке где-то засветиться, и полиция сразу знает, кого искать. И сейчас я хочу... Да, простите. Так, на чем мы остановились? Я вижу стоянку, и там вообще нет свободных мест. Даже мотоцикл некуда поставить. Участки. Я ожидал, что в этом уикенде Reaction Session будет столько болельщиков. Гриб заезд. Но их было поменьше. Давай, Эва, твой черед. Так, против нас Chevrolet Chevel SS, Toyota Supra и Ford Escort RS Cosworth. Уже знакомый нам Гевин Мэй из команды Grip Runners. Я с удовольствием отмечу, что сегодня с нами гонщик из команды Grip Runners. Да, сегодня нас ждет экстраординарный Grip Runners. А ты не хочешь отметить, что с нами король Грипа... Резкий поворот. Так, я знаю, Эва, ты с характером. Похоже, машина все-таки пострадала, да. Гонщики довольны. Ничего, нормально все, справимся. GFX прошли королем гриппа, стали на этой машине. Абсолютное лидерство на всех участках. Только что показал нам всем, как же собственно надо начинать гонку. Хотелось бы в это видеть. О, побили участок. Ой, ё-моё. В этом повороте без проблем не обошлось. Осторожно. Главное, что начало было отличное. Номер
Райан Купер только что пересек черту круга и начал пасть. Будет за ним. Побил. Обратно вернул, так сказать. Девин Мэй, ты вообще должен быть уже за меня. Я же твоего короля победил. Побил. Тихо. Значит, это финишная прямая, так сказать. Райан Купер уверенно лидирует. Впереди финальный поворот. Дальше клиент. Финиш. Абсолютное лидерство. Скоро мы увидим его на призовом подиуме. Король гриппа как-никак. Вот так поворот. Райан Купер сделал Дэвина Мэя. Боюсь, что для Гриппа сегодня не самый лучший день. Рейк-лидер славится не только мастерством, но и крайне дурным характером. И в любом случае мы поздравляем Райана Купера. Он просто молодец. А и хотя... Я не помню, есть ли нагнетатель на моем кобальте. Да, ладно. Проверим. Так, после его уикенда. Все смены зря. Team Session попросили меня сделать небольшое объявление. Напомню вам, что именно эти ребята успели получить все мыслимые и даже немыслимые разрешения. Наши сегодняшние гонки полностью легальны. Так что поблагодарим реакцию Team Session за этот титанический труд. Но есть и другая сторона. Всего в паре километров отсюда тусуется весь цвет местной полиции. Помните, разрешение на гонки распространяется только на эту трассу. Леди и джентльмены, прошу вас не расходиться. После короткой паузы нас всех ждут крайне интересные заезды. Давайте два оставшихся... Грипп стандарт заездов тоже пройдем. Чтоб не оставалось, это как-то нехорошо. Хоть я и лидер, но я люблю проходить все на 100%. Хотя бы просто принять участие, даже не обязательно первым приехать. Хочу вас порадовать. Здесь гонщики из команды Академи Лайф. Одно могу сказать точно. Джо Текет на своей Хонде Цивик из команды Рео Ватанабе. Последний круг. Как
Победа. Все чисто, $2400 в банк. Команда Адик Блайт сегодня тоже с нами. Кстати, мне тут рассказали про них чудесную байку. Говорят, что каждый новичок, которого они принимают к себе, должен протаранить полицейскую машину, а потом умчаться от нее. Вот такое посвящение. И сейчас я хочу... Вау, что это? Кто за... Да, пардонский, вот что я хочу вам всем сказать. Леди джентльмены, уважаемые гости, я хочу поблагодарить вас за поддержку от имени команд, участников, ну и тех болельщиков, которые сегодня не смогли присутствовать на этих замечательных заездах. Только представьте, как они вам завидуют. Кстати, до начала очередной гонки Reacting Sessions осталось всего несколько минут, поэтому прошу всех, кто не имеет прямого отношения к участникам машинам, покинуть стартовую зону. Большое спасибо! И сегодня нам с вами предстоит еще много интересного. Ну а сейчас я вынужден ненадолго вас покинуть. Роджер Иванс, Reacting Sessions. Увидимся через 20 минут. Так, пройдем последний уикенд. Ой, то есть последний заезд и завершаем уикенд. Ну, Эва 10, конечно, монстр. Прям ракета. Главное ее обуздать только. Как дикого рысака. Так, супер, теперь с нами. Итак, сейчас начнется то, ради чего все мы здесь собрались. Больше тут нет права на ошибку, да? Я ведь вам не учебная площадка. Так, расступись, народ. Король едет. Да, я хотел бы напомнить, если вдруг у кого какие-то сомнения возникнут, что я легко выигрываю. Вот процесс игры, схема, я играю на короле, на максимальном уровне сложности. Просто у меня очень хорошо прокачано в фулл тюнинге моя Эва 10. Аккуратнее, кстати, с финишными столбами. Ой. Аккуратнее с финишными столбами, потому что в них можно влететь на скорости и разбиться. Так, 9-й лансер. Сегодня не твой очень много поворотов, я даже Заки Сизота не использую. Нормально. Моя победа. Безоговорочная победа. Все чисто, $2400 в банк. Ну что, завершаем уикенд и переходим к следующему. Леди и джентльмены, настоящим гвоздем этого уикенда стало блестящее выступление Райана Купера. Спасибо, Николай. Этот парень носится так, словно на хвосте у него вся дорожная полиция страны. Сегодня он просто неугасим. И сейчас я хочу всем вам сообщить, что... Так, секундочку. Слушай, ну передай, в 6 примерно все кончится, ага. Да, все да, рекорды мои, смотрите. Так, пардон, я отвлекся, и давайте продолжим. Классно.
Так, ну а мне настала пора наконец-то отойти от микрофона и пообщаться с участниками сегодняшнего заезда. Напоминаю вам, доступ на трассу все еще открыт, и вы можете смело подходить за автографами. Если не боитесь, конечно, я вот порой, признаюсь, побаиваюсь. С вами Роджер Иванс, Reactive Sessions, и сейчас я хочу всех вас поблагодарить. Кстати, начинается конкурс купальников, поэтому я ненадолго покину вас. Ждите меня здесь ровно через 5 минут. Ну, 10, ну, говорим лучше через 15 я вернусь больше. Так вот, уикенд пройден. Открылось еще два. Один как фишка, видите, Токийский порт 2. И второй вот Мандела Парк 2. Так. Давайте пойдем сюда. Мандела Парк 2. Подрифтим мы с вами в следующей серии. Так, машина для гриппа. Моя Эва 10. Как говорил Фоменко, крокодил на колесах. Автомобиль для дрэга. Конечно же, Pontiac GTO. И запасной трофейный M3 E92 BMW. Гонок без аварий не бывает. Видимо, чья-то машина лишилась крыши. Это одна из многочисленных крыш, снесенных первыми легальными гонками здесь, Манделла. Ну, надеюсь, что трассу вскоре расчистят, и мы продолжим увлекательное шоу. И да, извините, простите, в чем дело? Да, ладно. Так, джентльмены из Reactive Sessions попросили меня сделать небольшое объявление. Напомню вам, что именно эти ребята успели получить все мыслимые и даже немыслимые разрешения. Начнем с дорогом. Сегодняшние гонки полностью легальны. Так что поблагодарим Reactive Sessions за этот титанический труд. Но есть и другая сторона. Всего в паре километров отсюда тусуется весь свет местной полиции. Помните, разрешение на гонки распространяется только на эту трассу. Так, против нас Масахиды Амура на Nissan 350Z 306 лошадиных сил. Итак, еще капельку терпения. Первый заезд начнется вот-вот. Так, и это будет отчаянный поединок за победу. Но вот тут это же и здорово. Давай, мой американский конь. Не подведи. Хотя Pontiac никак не подводит. Десять 19. Второй раунд. Так, он же против меня, по-моему. Ну да, тоже Nissan 350Z. Только теперь я справа. Спасибо. Гораздо лучше. 9.64. Третий раунд. Снова с ним же. С Масахиды Амура на Nissan 350Z. Сейчас Райан Купер раскрутит свой мотор на полную мощность. Итак, трасса свободна.
свободно, все мы готовы, да, все мы готовы. Наезд начался. Невероятно, Купер просто разгонился. Ну, примерно так же. Интересно статистику, блин. 0,5 скорость реакции. Так, ну что, моя первая безоговорочная победа в этом уикенде. 4000 долларов в банк. Хотел сказать денег, тут же долларов. Естественно, с нами команда Саш Юнион. Тони Манила на своей Камаро 67-го года крутится до самого утра. Кстати, а вы знаете, что в доме Тони одна из комнат с целиком вклеена штрафными квитанциями вместо обоев? Заняться откупом без деньги на все эти штрафы, но в любом случае мы рады видеть этого парня на наших гонках. И сейчас я хочу... Вау! Что это? Кто за... Да, подобный вот, что я хочу вам всем сказать. Так, заезд на время, да. Грипп. Ну, а мне настало пора наконец-то отойти от микрофона и пообщаться с участниками сегодняшнего заезда. Напоминаю и вам, доступ на трассу все еще открыт, и вы можете смело подходить за автографами. Угу. Заезд на время. Максимально быстро проехать каждый круг. Была у меня мысль, конечно, выкатить BMW Короля Гриппа. Ну, бывшую машину Рэя Кригера. Но я к Эви уже очень привык, она мне очень нравится. Даже безумно нравится. Пока второй, а нет, первый, смотрите-ка. Ты что делаешь-то? Все на мой рекорд. Смотрите-ка, господа и дамы, победа. Ого! Кевин Мэй-то молодец, смотрите. Разница, смотрите, в 5 сотых доли секунд, обалдеть. Все чисто, 3000 долларов в банк. По-моему, пригодится. Это лучшие из лучших. Простите минуточку. Убавим что-то громкость. Итак, друзья, продолжаем разговор. Ну, а пока у нас коротенькая пауза между заездами, давайте пробежимся по программе сегодняшнего дня. Итак, 14 часов... Так, ну это тот самый заезд, где можно срезать еще в одном месте. Он такой довольно продолжительный. Ничего, мы уже катались здесь. На G-эффекте. Я
Вот, смотрите, две Mitsubishi Lancer Revolution 9 MR Edition. И гоны одинаковое количество лошадиных сил. И слабенькая Corolla. По сравнению с нами. Моя любимая песня. Под нее кого хочешь сделаю. Отлично, Райан Купер. Просто отлично. Смотрите, он умел. Коля, не говори ничего. Песня хорошая. Соло. Все чисто. $3000 в банк. Песня супер. Машина класс. Лично у меня к концу дня остался только один вопрос. Правда ли, что это тот самый Райан Купер? Ответ таков. Да, правда. На этой трассе ну, также не уже есть. Прежде на улицах ночных городов. И такое впечатление, что если Купер вышел на старт, то остальным просто ничего не светит. Итак, напоминаю еще раз, сейчас выступает... Последний заезд. Ну что, готов? Готов он там? Ага, понял. Извините, пока он еще у нас не готов, так что подождем пару минут. Не, не надо. На BMW я снова рекорд не поставлю, а приятно ставить рекорды. Так что беру Эва. А BMW пусть на заслуженном отдыхе стоит. Так что сейчас нас ждет новый заезд.
Так, Шевель, Шевель, пропусти, пожалуйста. Великолепный старт. И смотрите, он вырвался в лидер еще до первого. Пробуксовки. Так, ну ничего. Классно дрифтанул. Там кто-то вылетел, по-моему. Красивый дым. Хотя версии PlayStation 3 и Xbox 360 еще красивее. Чисто $3000 в банк. Ну все, мы завершаем уикенд. Скажу я, что у меня ощущение, будто бы все участники сегодняшних заездов Reaction Sessions только что вышли из ворот автошколы. Все, кроме Райана Купера. Он обходит их как детей. Похоже, Купер собирается выиграть все заезды уикенда. Что ж, хорошо, что он направил свой талант в законное русло. Все рекорды мои. Я совершенно уверен, что сегодня все мы увидим... Так, секунду. Да, чёрт, слушай, я нагоню, пардон. Да, ладно, это не важно. Итак, о чем тут я? Я вижу стоянку, и там вообще нет свободных мест. Даже мотоцикл некуда поставить. Я ожидал, что в этом уикенде Reaction Session будет столько болельщиков. С утра их было поменьше. Итак, это был Роджер Ивенс на гоночном уикенде Reaction Session. Я прощаюсь с вами на 5 минут. До скорой встречи. Давай, счастливо. Так, а мы тем временем открыли же в прошлом уикенде одну запчасть. По-моему, для Кобальта. Для Chevrolet Cobalt SS. И в этом уикенде для Pontiac GTO. Давайте посмотрим. Так, уикенд, значит, пройден. Mondello Park 2. В следующей серии мы с вами поедем вот сюда. Токийский порт 2. Тут будет дрифт. Так, давайте... Треугольник, автомобили, в общем, едем в гараж. Вот опять красавец Pontiac на это Денвера, который меня соблазняет. Так, GTO, значит, где он? Вот, нет. Что-то мы открыли на Pontiac GTO, я уже подзабыл, сейчас посмотрю. Уникальные запчасти. Двигатель. Ого! Двигатель второго уровня открыли, смотрите. Как раз очень надо. GE Pistons. Двигатель второго уровня прибавляет плюс 37 к мощности. Для дрэга это мощность самая главная. Устанавливаем бесплатно, потому что это подарок. И вот теперь мы можем поковыряться в настройках немного. Но это я не буду трогать. Вот.
фазы газораспределения позже можно сделать. Так, а что, ребята, если вот так вот здесь, смотрите, давление впрыска на максимум, а скорость истечения закиси азота на минимум. Может быть, и так вот лучше будет эффект все-таки? Я вот так ни разу еще не делал. Проверка на стенде. 619 лошадиных сил у Понтиака, у нашего дрэк-автомобиля. Все, обновляем. Так, и мы открыли на Шевроле Кобальт, по-моему. Он у нас пока что автомобиль для скоростных заездов. Так, а вот что мы открыли, я вот не помню. Так, двигатель. Нет. Трансмиссию. Видите, стоковые детали-то у него все заводские. Так вот, ребята, наддув. Походу мы наддув открыли. Даже не наддув, а нагнетатель. Но он... Машина-то, насколько я знаю, инжекторная, не карбюраторная. Так что вот у нее установлено как положено, турбонаддув. Открыли мы нагнетатель. В принципе, это нам не надо. Так что пропускаем. Единственное, так же сделаю, смотрите, как с Понтиаком. Давление впрыска на максимум, скорость истечения на минимум. Что я раньше так не догадался сделать. И давайте другие машины также сделаем тогда. Тоже давление впрыска максимум, скорость истечения закиси азота минимум. Не-не. И наш Lancer. Mitsubishi Lancer Evolution 10. Полное название. Не, давайте сильно не будем. Это ядрено получится. Вот так вот. И на этом серию будем завершать. Спасибо большое, что вы смотрели. Не забудьте написать комментарий, поставить лайк. Кто не подписан, подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами был Алексей и канал Alex Monk Classic Games. Берегите себя и своих близких и играйте только в хорошие игры. Всем пока и удачи! Подпишись, если хочешь быть в курсе дальнейших событий, и нажми на колокольчик.